Ага, вот это интересный мост. Тысяча сто идет? Хорошо. Держите. Спасибо. Так, посмотрим, что там у вас еще. Старый бюгель. Ну и что? Я его сделал сам. Сам сделал. Для своей матери. Как? Как это попало к вам? Как это попало к вам? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы уже готовы? Уже готова. Ну что ж, превосходно. Какое у вас шикарное платье. Ну так-с. Ну. Вот. Так. О, ваш выход. Иду, иду. Иду, 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 иду. Да? Паша. Я. Немедленно приходи ко мне. Что, сейчас? Да. Мне очень плохо, но Паша. Но ведь я на работе. Брось все и приходи. Что? Да что с тобой? Мне нужна твоя помощь. Ну хорошо, хорошо, я. Хорошо, я. Хорошо, я постараюсь. Я сегодня пойду пешком. Как хотите. До завтра. До завтра. Товарищ полковник, пожалуйста, заключение. Да-да, спасибо. Майерберг приходит из Роттердама в Ригу регулярно раз в месяц. Так. Кок Майербера, Энс Грот. Таможенники подозревают, что он возит из-за границы слитки золота в обмен на советские алмазы. Далее. Ha ha ha.
Наверное, что-то случилось. Что? Он сердечник. Дверь открыта. В Кировабаде по хозяйственному делу арестован некий Самвелов. При его обыске найдены зарытые в землю золотые слитки иностранного происхождения. Самвелов утверждает, что он покупал их у бакинца Гусейнова, а тот привозит золото из Риги. Вот Ариф Гусейнов из Баку. Когда Гусейнов выехал в Ригу, наши бакинские коллеги, к сожалению, не поставили нас в известность и не передали нам его в рижском аэропорту. Очень жаль. Вот он в домском концертном зале. А это кто? А этот фигурант условно назван очкастым. Фамилия неизвестна? Пока нет. А где работает, где живет, установили? Нет еще. Да. После концерта бакинцы проследили дальнейший путь очкастого. Разговор по таксофону очкастого не состоялся, но сотрудники бакинского БХСС, как видите, установили номер, по которому он звонил. Любопытно. А вот здесь бакинцы потеряли очкастого. Да, бывает. Бывает, особенно в незнакомом городе. Скажите, пожалуйста, а почему вы связываете с иностранцем Гротом цепочку Самвелов, Гусейнов, Очкастый? Две причины, товарищ полковник. Первое. Найденные у Самвелова слитки происходят из страны, откуда регулярно приходит на Майербере Грот. И второе. Дата последнего прибытия Майербера совпадает с днем появления в Риге Гусейнова. А вот насчет поставщика алмазов пока ничего не известно. А что с Гусейновым сейчас? Бакинцы продолжают наблюдение, но следующий приезд Гусейнова в Ригу опекать его придется нам. Когда приходит Майербер? В воскресенье утром. Сегодня вторник. Так, кому звонил этот ваш очкастый? Абонента мы установили. Яков Антонович Бельский проживает в Риге, улица Местнику, 9, квартира 3. Если Бельский связан с очкастым, а очкастый с Гротом, да, Бельский единственная зацепка. В нашей картотеке он есть? Нет, я проверял. А в угрозыске? Еще не выяснили, товарищ полковник. Язов Карлович? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Гинтерс из ОБХСС. Да. Скажи, пожалуйста, тебе случайно неизвестен некий Бельский, протезист? Бельский? Протезист? Яков Антонович? Да-да, Яков Антонович. Его нашли мертвым. Когда? Час тому назад в своей квартире. Кто сейчас там? Крастенш. Спасибо. Можете унести. Привет, Янис. Привет. Привет. Ну как? Врача насторожил вид трупа. Расширенные зрачки, багровое лицо. Подозревает самоубийство или убийство. С минуты на минуту ждем заключения. А кто нашел его здесь? Эти ребята. Кстати, они заметили женщину. Кажется, она была здесь в момент смерти Бельского. Следы оставила? На дверной ручке есть отпечатки, пока еще не выяснили чьи. Осмотр что-нибудь дал? Кое-что. Красненьш покажет. Пойдем. Вот все наши трофеи. Золото? Да, старые коронки. Вот еще золото, драгоценности. В секретере оказался потайной ящик. А вот этот старый бюгель был завернут в носовой платок и находился на столе в гостиной. А это что? Махер. Нашли на гвозде у медицинского шкафа. Кто-то там в спешке искал лекарства и зацепил рукавом. Может быть, сам хозяин? Нет, у него нет свитера из махера. Якутия. А вот это самое интересное. Это нашли в корзине для бумаг. Рука покойного.
Министерство внутренних дел Латвийской ССР от гражданина Бельского Я, проживающего в городе Рига, улица Мясникова, 9, квартира 3, заявление. Имею добровольно сообщить следующее. Занимаясь зубным протезированием, я в течение 2 лет незаконно покупал... Но? Что это? Крик совести? Темная история. Зачем ты включил эту фотографию в протокол обыска? А, понимаешь, мне там показалось знакомым одно лицо. В желудке Бельского обнаружен атропин. Доза смертельная. Атропин? Откуда он у Бельского? Стоматологи применяют его как наружное средство. Но если глотнуть приличную дозу, атропин — яд. А флакон вы нашли? Вот он, протерт снаружи. А из этого стакана он, видно, пил. Стакан тоже протерт? Протерт. Но на градуировке внутри нуля видны свежие следы какой-то косметики. Видишь? Косметика? Любопытно. Да, что-то не очень похоже на самоубийство. Но я-то, конечно, дилетант. Специалисты с тобой согласны. Скорее всего, это убийство. А что за женщину видели ребята? Пока неизвестно. Будем искать. Вот здесь. Спасибо. Кто там? Это я, Регина. Ах, это ты. Проходи, садись. Нет, я на минуту. Можно попросить тебя глоток воды? Да, конечно. Садись. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Я пришел, Регина, как самый близкий друг Якова. Так вот, я считаю своим долгом, своей обязанностью предупредить. Я не хотел бы видеть тебя на похоронах. Почему? Почему? И ты еще спрашиваешь, почему? Да. Хорошо, я отвечу. Ты своим отношением убила его. Что? И я не позволю тебе глумиться над покойным. Что ты говоришь? Паша, что ты говоришь? Говорю то, что думаю. И, пожалуйста, не делай невинных глаз. Он любил тебя, а тебе нужны были только деньги. Всегда только деньги, ничего больше. Ты же мучила его, человека с больным сердцем. Ты добила его. Убирайся! Убирайся отсюда немедленно! Да, я уйду. Но помни, я ведь знаю все. Свежая трава,
морские волны, песок пляжа и закат. В такие жаркие дни каждой женщине необходим удобный, свободный пляжный костюм. Сегодня наш дом моделей предлагает вашему вниманию коллекцию пляжных ансамблей под девизом «Лето 76». Модели демонстрируют для вас Даце, Рута, Велга, Марута, Ольга, Светлана. Товарищ Лаук. Дымбовская? Прошу. Откуда у вас эти сберкнижки? Какие сберкнижки? Я их впервые вижу. Дымбовская, выслушайте меня внимательно и попытайтесь взглянуть на свое поведение со стороны. Сначала вы отрицаете, что приходили к Бельскому вчера вечером, но вас опознают. Тогда вы заявляете, что вас вызвал по телефону кто-то из соседей Бельского в момент сердечного приступа. Оказалось, никто вам не звонил. Затем вы заявляете, что нашли дверь в квартиру распахнутой, его самого мертвым. Они сообщили в милицию из страха быть заподозренной в причастности к его смерти. Странная позиция для честного человека, а тем более для вас, человека ему близкого. И, наконец, мы находим здесь у вас сберкнижки, принадлежащие покойному. А вы утверждаете, что видите их впервые. Подумайте сами, какой из всего этого можно сделать вывод. Сегодня наши сердца переполнена скорбью. Последний путь провожаем отзывчивого и доброго, но одинокого человека. Мы потеряли верного товарища, сестра любимого брата. Спи спокойно, дорогой, дорогой друг. Мы навсегда сохраним тебя в наших сердцах. Кто это? Марина, сестра Якова из Алматы. Он говорил как-то странно.
сказал, что собирается заявить в милицию на какого-то человека. Я по телефону не совсем поняла. Что-то связанное с гибелью нашей мамы. Так, а зачем ему понадобились вы? Чтобы дать распоряжение. Сказал, что может не вернуться от вас. А брат никогда не рассказывал о своих делах? О делах? О каких делах? Значит, ничего. Скажите, Марина Антоновна, знаете вы здесь кого-нибудь, кроме вашего брата? Этого, кажется, я знаю. Помнится, в прошлом году я была в гостях у брата. Яков отдал ему чинить мои часы. Его зовут то ли Освальд, то ли Арнольд. Эвальд. Ну, конечно, Эвальд Апсе. Из угрозыска. Простите, чему обязан? Я по поводу Бельского. А, да, да. Прошу вас, садитесь. Спасибо. Скажите, вы хорошо знали его? Я был, пожалуй, самым близким ему человеком. Когда вы видели его в последний раз? Буквально за несколько часов до смерти. Он был нездоров, но... Простите, а почему, собственно, его смерть интересует милицию? Есть основания думать, что Бельский убит. Убит? Но кому? Но кому нужна его смерть? Скажите, Павел Симонович, что вам известно о гражданке Дембовской? О Регине? Господи, решительно все. А что именно? Ну, Яков был холост, Регина не замужем, но и связь каких тысячи. Одно время они жили вместе, потом расстались. Яша... Яков Антонович очень тяжело переживал разрыв. Скажите, а могла ли Регина убить Бельского? Убить? Ну да. Вы имеете в виду, что своим отношением она ускорила смерть Якова? Я говорю об убийстве в буквальном смысле. Но убить? Да и зачем? Пока Яков был жив, Регина могла считать себя обеспеченной. А было ли известно Дембовской, что Бельский хранит в сберкассах значительные средства? Этого я не знаю. Видите ли, во время обыска мы нашли у Дембовской сберкнижки, принадлежащие Бельскому. Странно. Зачем они ей? Она ведь не может получить по ним вклады. В том-то и дело, что может. Книжки оформлены на предъявителя. Ради денег? Это... Нет. Это просто чудовищно. Она не могла. Вы слышите? Она не могла. Вы уверены, что это была Дембовская? Конечно. Я хорошо знаю голос Регины. Вы находились здесь? Да. Они в зале. Ну, я не подслушивала. Ну, как видите, стенки здесь почти нет. Привет. О чем они разговаривали? Он требовал какие-то деньги. Привет, Свет. Регина объясняла привет, что достанет их через пару дней. По-моему, он был очень сердит. Он называл сумму? Нет, по крайней мере, я не слышала. А вы видели его когда-нибудь раньше? Этого человека? Да. Нет. А как он выглядит? Я ведь не приглядывалась. Солидный такой, в очках. В очках? Седые виски, пышная шевелюра? Да. Кто из этих? Скорее всего, этот.
Поехали. К вам прибыли. Толя, головой один. Проходи. Осужденный по вашему вызову прибыл. Спасибо, вы свободны. Есть. О, крестный! Добрый день, Апсе. День добрый. Да-да, до сих пор еще Апсе через П. Садитесь. Благодарю. Приехали посмотреть, как меня запечатали. Прошу. О, нет, нет, я свою марку. Вот. Выглядите вы совсем неплохо. По-моему, даже помолодели. Ну, конечно. Курорт, не правда ли? И за 12 лет я здесь могу стать даже Аполлоном. За 12. Карину случайно не видели. Она мне даже не пишет. Только здесь я понял, как сильно был привязан к ней. Среди ваших знакомых был некто Бельский. Кто-кто? Бельский. Взгляните, Апса. О, боже, какие мы здесь молодые. Так значит, и до Бельского добрались. Только на мое содействие не рассчитывайте. Я уже на все вопросы ответил. Бельский убит. Убит? Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нужна ваша помощь. Вы поможете мне повидаться? Кариной. И это освежит вашу память? Возможно. Я предвидел вашу просьбу, Апсе. Я был вчера у Карины. У нее своя жизнь. Она не вернется к прошлому. Она так сказала. Я понимаю, вам здесь не сладко. Поверьте, я не хотел бы лишний раз огорчать вас, но забудьте о ней. Забудьте, забудьте. Легко сказать. У меня ведь кроме нее ничего не осталось. У вас еще остался добрый кусок жизни. К тому же вы ведь подали просьбу о помиловании. А вот оно что. Значит, если я откажусь с вами разговаривать... Нет. Помочь или не помочь нам, дело вашей совести. Но при рассмотрении вопроса о помиловании... Ваше содействие милиции было бы, видимо, учтено. М-да. Покажите свидетельство о смерти Бельского. Пожалуйста. Хорошо. Осудить покойного вы не сможете, так и быть скажу. Это был наш человек. Что вы имеете в виду? Золото, камешки, что подвернется. С кем он был связан? Этого я не знаю. На квартире Бельского мы нашли золотые коронки. Как вы думаете, откуда они? Коронки. Угу. Коронки. Старые. Вы что, видели их? Однажды ко мне пришел тип со старыми коронками. Ну, вы знаете, часовщикам вечно что-нибудь предлагают. Меня эта мелочь не заинтересовала, и я отправил его к Бельскому. Вы можете описать человека, который приходил к вам? Сейчас я уже не помню. Пожилой, высокого роста. То ли пекарь, то ли слесарь. Словом, так, пролетарий. И все? Постойте, постойте. Он же приглашал меня. Точно. Он звал меня в баню. В баню? Да, этот тип работает банщиком. Где? Карине привет передадите.
Ну, хорошо. Он работает банщиком в Радуге. Это в одежде люди разные. А голые все на одно лицо. Голый есть голый. Это точно. Голова не угадаешь. Пиво попросить у вас можно? Это пожалуйста. Рижское есть? Нет, только сенчу. Ну, дайте. Вара. Пиво, начальник, пиво. Сейчас. Хорошо. Я хотел бы уточнить маленькую деталь. Скажите, накануне смерти Бельского вас на работе навещал кто-нибудь из знакомых? Утром между 10 и 11? Не помню. Высокий, седоватый, пышный, шевелюра, в очках. Я уже сказала, я не помню. Он требовал деньги. Вы обещали достать через пару дней. Вспомнили? Если меня и навещал кто-нибудь, это не имеет к вам никакого отношения. Следует ли вас понимать так, что вы отказываетесь отвечать на вопросы? Да. Войдите. День добрый. Ну как? Здравствуй, Янис. Все прекрасно. Да? Интересно. Так вот, следы пальцев оставлены на бутылке, те же, что и на дверной ручке с наружной стороны. Пожалуйста, посмотри. Вот и вот. Ну, сравни. Ясно, ясно. Полный порядок. Да, шоколад за мной. Для тебя старались. Спасибо. Лепа, да? Ты еще не закончил анализ грима? Еще не готов. Зовут банщика Арвид Виттлс. Родился в Латвии, в городе Кандове. После войны перебрался в Казахстан. В Риге недавно, приехал из Целиноград. Я звонил туда, все верно. На всякий случай наведался в Кандову. Разыскал церковные книги, и вдруг выясняется. Никакого Арвида Виттлса нет. В указанный в паспорте день в Кандове родился Арвид Виттлинш, который с конца 44-го до амнистии 55-го числился в розыске. Значит, после войны изменил фамилию и продолжает жить по подложному паспорту. Есть, видно, что скрывать. Да. Ну что ж, это интересно. Но при чем тут Бельский? Да, у нас нет улик, что Виттлс убийца Бельского, но их связывают коронки. Оперативная работа по версии Виттлса доведена до конца. Остальное может дать только прямой допрос. А если сделать ставку на неожиданность? Садитесь, Виттлс. Я предлагаю вам решить самому. Либо полная откровенность, она зачтется вам как добровольное признание, либо долгая процедура экспертиз, доказательств. Финал тот же. Но вы уже не сможете рассчитывать на снисхождение. Чтобы у вас не было иллюзий, я кладу перед вами вот. И вот. Значит, он все-таки успел. Вы имеете в виду заявление Бельского в милицию? Я ждал этого. К сожалению, он не успел. Но нам все стало ясно после проверки вашей
биографии. Как попали к вам эти коронки? Когда я во время войны служил в лагере, за складом ко мне заглядывал эсэсовец Лемке. Он был старшим в Айнзацкоманде. После расстрелов он запирался в моей коптерке и пил. А потом он стал меня хранить свои вещи. Ну, те, что забирал расстрелянных. Я его боялся. Я угождал, чем мог. А вот когда пришли ваши, то есть, ну, советская армия, я изменил фамилию в своем паспорте, а Лемке добыл себе фальшивые документы, и мы уехали на Урал. Там он оставил мне свой кожаный сверток и куда-то уехал. Больше я его не видел. Сверток я нашел. Кольца, браслеты, монеты, золотые коронки. Все давно продал, а золотые коронки боялся. Когда я вернулся в Ригу, я понес их часовщику, а оттуда зубному врачу. И вы приносили их Бельскому? Ну, когда нужны были деньги, я приносил ему по несколько штук. Последний раз вы были у Бельского в день его смерти, так? Отрицать бессмысленно. На дверной ручке найдены отпечатки ваших пальцев. Я понимаю, что все против меня, но поверьте, я не виноват. Я не убивал его. Я никогда никого не убивал. Успокойтесь, Витус. Успокойтесь. Зачем вы приходили к Бельскому во вторник вечером? Во вторник я, как всегда, принес ему коронки. Он стал разглядывать и вдруг сказал, что это он сделал сам для своей матери. А мать убили в концлагере. Я понял, что он подозревает меня, испугался и убежал. А потом я вернулся, чтобы рассказать, как это золото попало ко мне. Ну, хотел откупиться, но опоздал, когда я пришел, он был мертв. Как же вы попали в квартиру? Дверь была открыта. Кто-то был там до меня. А потом? Увидел труп, убежал. Дверь закрыли? Дверь. Не до двери мне было. В квартире Бельского найден этот окурок. Ваш? Может, и бросил со страху. А откуда у вас якутские сигареты? Какие якутские? Да. Может быть, квартирант оставил? Кто он? А по правде говоря, не знаю. Как-то Бельский попросил его приютить. Тот не хотел останавливаться в гостинице. А через месяц снова приехал. Потом еще и еще. Приезжие Бельские встречались у вас? Да. О чем они разговаривали? При мне они никогда не говорили. Бельский предупреждал вас о его приезде? Да. Дней за пять, но я и так знал. Поскольку он приезжает всегда в один день, 26-го. Значит, он должен быть... Да, в это воскресенье. Слушаю вас. Конвой, пожалуйста. Хорошо. Старшина, вас вызывает полковник. Разрешите? Увидите. Есть. Прошу вас.
Разрешите, товарищ полковник? Заходи. Есть новое задание, Янис. Садись. Поверьте, я понимаю ваши чувства. Нет. Понимаю. Вы теперь в своем горе невольно обвиняете и нас. Дороже отца у меня никого не было. Да, тяжело, конечно. Но все-таки я обращаюсь к вам за помощью. Вы уже говорили. Только вы можете нам помочь, понимаете? Отец знает об этом? Конечно. Это же в его интересах. Да он сам скажет. Если вы хотите, можете получить свидание. Спасибо. Не стоит. Сколько вы пробудете в нашем доме? Двое суток. Словом, до воскресенья я ваш брат, Роберт Виттлс. Хорошо. Я согласна. Ждите меня дома сегодня вечером. Привет. Здравствуй. Косметика, найденная на стаканчике у Бельского, идентична гриму, изъятому у Регины. Теперь постарайтесь выяснить, что связывает Регину с очкастым. Устраивайтесь здесь. Спасибо. Майга, что с вами? Ничего. Извините. Я вам не помешаю? Нет. А может быть, поужинаем вместе? Спасибо, накормили уже. Нет, Майга, вам не следует себя так вести. На это могут обратить внимание. Поймите, я ведь ваш брат теперь. Родной брат Роберт. Вы же отлично знаете, зачем все это и почему я здесь. Но хоть посидите со мной. Хорошо, я посижу. Если это вам так уж необходимо. А вы смотрите на все это как на маскировку. Ну, просто как на оперативный прием. А это что? Тоже оперативный прием? Хорошо, что еще в милиции не разучили краснеть. Кто это может быть? Идите в комнату. Хорошо. Здравствуй.
Ты что, со мной уже не здороваешься? Как видишь. Где отец? Вышел. Меня интересует, как он относится к твоему героическому поступку. Это не твое дело. Нет, мое. Мое. Ну что решила? Не передумала? Сколько можно говорить об этом? Неужели тебе никак нельзя вдолбить, что еще пару недель ни один врач не возьмется? Оставь меня в покое. Ты думала, что я и вправду женюсь на тебе? Ну, войди в мое положение. Если об этом узнают на кафедре, со мной все, все, ты понимаешь? Твое положение. Слушай, Харальд, а тебя не тошнит от самого себя? Ну, полегче, полегче. Ну, а дальше? Дальше как ты жить собираешься? Кто тебя с ребенком возьмет? Мать-одиночка. Я чувствовала, что ты какой-то скользкий. Ну, чтобы ты оказался таким. Уходи, слышишь? Я-то уйду, меня ты не удержишь. Никто тебя не держит. Только я знать хочу. Неужели ты думаешь, что я 18 лет алименты выплачивать буду? Бумаги свои пачкать. Не надо, не надо мне ничего от тебя. Обойдусь без денег, без такого отца. Что? Отца? Ну, это еще доказать надо, что я отец этого ребенка. Ай! Простите, может, не следовало? Ничего, следовало. Я сама тоже виновата. Да, все мы только люди. Ну, ладно. Давайте лучше кофе пить. Это я. Здравствуй. А? Морковных сегодня не было, и я принесла сырники. Ну, хорошо. Поставь там на столик. Мне сейчас некогда. Ты знаешь, я была у Эльвиры, и она мне предлагает шубу. И совсем недорого. Да, но у нас нет денег. Бедный Яков, слушай, неужели это Регина? А, Регина, не Регина. Что можно ждать от нашей милиции? Их хватает только на то, чтобы включать светофоры. Налить тебе компоты. Потом. Слушай, ну а что же все-таки сказать Эльвире? Ну, так и скажи, что у нас нет денег. А для этого хлама у тебя деньги находятся? Ужас. С кем я живу? Хлам. Это же искусство, дура. Но разве это не искусство? Достать сегодня коричневую и каракулевую шубу, папочка, ну. Папочка, папочка. У папочки денег нет. Я тебе сказал, у нас нет денег. Доброе утро, Майка. Доброе утро. Пожалуйста, я сейчас освобожусь. Да нет, 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 не надо, не надо. Не беспокойтесь, я здесь. А вы что, уже физзарядкой занимаетесь? Как видите. А мне чем заняться? Идите в сарай. А там что? Дрова на зиму наколоть надо. Вы ведь теперь... Брат мой. Родной. Родной. Дрова? Хорошо. Это как раз для меня. Пойду размяться. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здесь живет Арвид Виттлс?
Да, проходите, пожалуйста. Спасибо. Могу я его видеть? А папы нет дома. А вы его дочь? Да. Вы не скажете, когда он вернется? Отец в отъезде. Простите, а у вас есть его адрес? Да, конечно. Заходите, я сейчас брата позову. Ничего, ничего, я подожду здесь. В чем дело? Вот к папе. Я хотела дать адрес. Кто вы такой? Простите, не представился. Моя фамилия Якобсон. Я по срочному делу. Привет, отец, тогда и приходите. Я, собственно, могу переговорить и с вами. Вы ведь его сын, насколько я понял. Ну? Может быть, все-таки пригласите в комнату? Зайдите. Скажите, перед отъездом отец ни о чем вас не предупреждал? А ну-ка, выйди, сестренка. Этот человек будет здесь завтра, в первой половине дня. Почему вы думаете, что он придет сюда? Разве отец не говорил вам, что этот человек постоянно останавливается у вас? Говорил. Но вот насчет вас нет. Простите, а что, собственно, вас смущает? Приедет человек, у меня к нему дело, мы встретимся с ним у вас, переговорим. Вот и все. Да, это он. Как он назвался? Якобсон. Якобсоном? Интересно. Разрешите, Язеп Карлович? Я полагаю, очкастый ищет связи с якутом, чтобы заменить покойного Бельского. Вполне возможно. Да, игру с якутом придется продолжить. Ты понимаешь, Янис, насколько усложнилась твоя задача? Создавшаяся ситуация убийцы Бельского может оказаться не только якут, но и очкастый. Ничего. Ничего, Язеп Карлович. Мне поможет Майга. Как я буду жить, ты подумал? Будешь жить, как все живут. Работа у тебя хорошая. А фамилия? У меня даже своего имени больше нет. А что с моим ребенком будет? Ты тоже под фальшивой фамилией жить? Не кричи на меня так, Майка. Как ты мог? Ну почему ты мне раньше ничего не сказал? Я струсил. Боялся. Я даже матери твоей ничего не говорил. А фамилию ты сменишь. Выйдешь замуж и сменишь. Легко сказать замуж. С Харальдом все покончено. Это мне надо было на тебя раньше кричать. Так, как сейчас ты на меня кричишь. В неподходящий момент ты начал думать о своей дочери. Я всегда думал о детях. Я все делал ради детей. Только жизнь моя сложилась неудачно. Как в клетке эти 30 лет прожил. Даже родных боялся. Только сейчас почувствовал себя свободным. Будь что будет. Ты опять оправдываешься, отец? Нет, Майка. Я хочу, чтобы ты меня поняла и поверила. После всего этого? Вот именно. Если бы ты на самом деле думал о своих детях, ты не поступил бы так. Проклятый золото. Вот видишь. А если ты мог потихонечку продавать это золото, ты мог ведь... Не смей! Могла такое подумать. Прости, отец. Ты теперь остаешься одна. Держись, дочка. Хорошо, отец.
Возьми это. Я помогу тебе. Это мой брат Роберт. Пожалуйста, садитесь. Здравствуйте. Добрый день. А где отец? Так получилось, что... Отец поехал в деревню. Садитесь, собери тут все. Как это в деревню? Ведь мы же договорились... Дядя при смерти. Простите. Но он предупреждал меня о вашем приезде, так что садитесь, будьте как дома. Странно. Вы же знаете, меня должен был ждать да, здесь. Ну, да, ваш ну. друг будет с минуты на минуту. Ну вот, это, кажется, он. Он здесь? Да. Где? Там? Да, да. Простите. Вы наконец. Бельский умер. Умер. Раз в жизни это неизбежно случается с каждым. Хотите убедиться? Вот его последний адрес. Лесное кладбище, 3-й сектор, 8-й ряд, 17-я могила. Поезжайте хоть сейчас. Да. Вместо старика сын. Вместо Бельского вы. Не нравится мне все? Мне самому не нравится. Ну, что касается Роберта, здесь гарант Майга. Надеюсь, вы ее хорошо знаете. Майгу, да. Ну, вот, видите. А то, что вы не доверяете мне, ну, хорошо. Допустим, я из милиции. Зачем мне в таком случае ломать эту комедию? Я просто усадил бы вас в казенный автомобиль и увез в дом без архитектурных излишеств. Увез бы, заметьте, вместе с алмазами.
Да-да, с алмазами, которые сейчас лежат в вашем кармане. И обеспечивают вам 15 лет вдали от мирской суеты. Или вы считаете, что я хочу выявить ваши связи? Ну и в таком случае я не стал бы с вами разговаривать. А просто проследил бы за каждым вашим шагом от дверей этого дома. Так-то, ну так. Ну а раз так, значит, я действительно пришел вместо умершего Бельского. Можно один вопрос? Да, пожалуйста. Если Бельский действительно был вашим человеком, скажите, сколько он мне заплатил в последний раз? 46 тысяч. 44. Ну, значит, 2000 он у меня украл. Да, у посредников это бывает. Ладно. Считайте, договорились. Деньги при вас? Вот это разговор. Разумеется, деньги при мне. Так-с. Что у нас здесь? Давайте ваши камешки. Сходится. Здесь 46. Этот дом забудьте навсегда. В следующий раз приедете по адресу, который знаете по телефону. Запомните номер 551-540. 551-540. Я уйду первым. Пожалуйста. Уходите? Да-да. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Это вам. За хлопоты. Отдадите отцу. Ну, как хотите. До свидания. До свидания. Да, вот еще что. О моем визите никому ни слова. Мы не знакомы. Слушаю. Главк, зайдите к нам. Иду. Объект очкастый выходит из автобуса. Направляется к стоянке такси у Видземского рынка. В аэропорт Скулте. Жду указаний. Продолжайте наблюдение. Высылаю группу захвата. Все. Пора. Thank you.
действуйте. Я буду здесь. Гражданин Павловский? Да. Уголовный розыск. Пройдемте. Очкастый направляется в сторону главпочтамта. Thank you.
судну Майербер. Мадам. Одну минуточку. Вам ведь в другую сторону. Пойдемте с нами. Пойдемте. Вот сюда. Гражданин Насонов? Да. Следуйте за нами. А что такое? Пройдемте. В чем дело? Пройдемте. Товарищ майор, новая сводка. Расшитите? Угу. Никогда не думал, что в милиции любят мужской стриптиз. Это не стриптиз. Это личный обыск. Привыкайте к специальной терминологии, гражданин Насонов. А где же мой пуловер? Его вам вернут несколько позже.
Да-да, войдите. Разрешите? Пожалуйста. Насонов, садитесь. Это что? Раз нечего стричь, решили хоть маникюр сделать? Угадали. Ну, давайте, давайте. Начнем? Ну что ж, начнем. Разрешите? Пожалуйста. Садитесь, Павел Семенович. Садитесь, пожалуйста. Когда милиции говорит садитесь, неудобно стоять. Веселый вы человек. Впервые в жизни с поличным взяли, а вы все шутите. Шутить, как я понимаю, изволите вы. А то, что извлекли из моего портфеля, обычнейшие принадлежности профессии гримера. Ну, разумеется, разумеется. А в свертке были ваши трудовые сбережения, не так ли? Сверток не мой, ваши подбросили. Павел Симонович, Павел Симонович, стоило ли всю жизнь рисковать, чтобы в одну секунду от них отказаться? Это вы лихо придумали с маской и с переодеванием. Только зря все. Согласно закону, вас предъявят сообщникам в таком виде, в каком вы совершили преступление. Насонов, ваш пуловер. Спасибо, я не замерз. Вот анализы. Благодарю. Ладно, Павел Семенович, о масках, алмазах и золоте с вами товарищи из ОБХСС поговорят. Но меня больше интересует, как вы убили Бельского. Ну, знаете, шуткам есть предел. Это не шутки. Вы рассчитали все. Дали Бельскому яд, вызвали Регину, назвавшись его соседом. На утро подсунули ей сберкнижки покойного. Простите, Язеп Карлович, я не любил сказок даже в нежном возрасте. И все же вы совершили оплошность. Нотис. Хотя вы старательно стерли все следы, капли атропина найдены на рукаве вашего пуловера. Кроме того, на стаканчике, в котором вы дали Бельскому яд, есть выпуклые метки и цифры дозировки. Вы протерли стенки, но внутри нуля остались следы грима от ваших пальцев. Во время сегодняшнего маникюра у вас под ногтями нашли частицы того же грима. Первую коробку этого грима мы нашли в вашей гримерной. Вторую изъяли у вас при задержании. Кстати, иностранный подданный Энс Грот показал на допросе, что регулярно доставляет вам этот грим из-за границы. Вспомните, Насонов. Во вторник вечером вы пришли к Бельскому. У меня в руках мамин бюкель. Ну, это вырвали изо рта моей матери и принесли мне ее сыну. Сыну, который потихоньку от власти плавил золото убитых. Паша, Паша, а почему именно мне? Ну, случайно. Нет, нет, потому что это моя судьба. Кто-то ведь должен отомстить за них. Неприятная, неприятная история. Вот почему я иду в милицию.
все-таки это же глупо. Самому лезть в петлю. Не надо пугать меня. Я всю жизнь боялся. Потому что всю жизнь воровал. Воровал? Ну что ты болтаешь? Воровал. По-моему, то, что ты делаешь, называется бизнесом. Да, да. Да. Бизнес, конечно, это красивое слово. Но когда приходит старшина со свистком, он не знает английского и не говорит, что ты бизнесмен, а говорит, что ты вор. И он, конечно, прав. Раньше я об этом не думал. А теперь, когда я гляжу на этот кусок золота, я знаю, на что я иду. Нет, Яков. Боюсь, что не знаешь. Тебя не просто посадят. У тебя ведь отнимут все, что ты нажил. А кому нужен старый больной нищий? Судимостью вместо ордена. Может быть, твоей Джоконде из дома моделей? Не трогай ее. Я сам знаю цену, Регине. А деньги... Когда-то я думал, что деньги – это ключи от рая, что с деньгами ты бог. Ну, знаешь. Не надо, не надо. Ты мой друг, я могу тебе говорить все. Я делаю дело 17 лет. У меня же полное собрание книжек на предъявителя. А все, что я могу себе позволить, это перечитывать их, запершись в нужнике. Очень интересно. Да-да, это там. Там неважно, заработал ты деньги или украл. А здесь у нас это совсем иначе. О! А! Что-то плохо мне. А! Ты что? Что с тобой? Сердце. А! Ух! Ну вот. Ну вот. Ну-ка, давай. Вот так. Ну что ж, в конце концов, это твое дело. Ты о себе не думаешь, ну а обо мне? Обо мне-то ты подумал? Не бойся. Я тебе ничего не скажу. Как у тебя все просто. Не бойся, не скажу. Тоже мне мата-хари. Не такие, как ты там раскалывались. Ну а кто тебя заменит в нашем общем деле? Я свяжу тебя с якутом. Впрямую, да? Нет уж уволь. Не за то я даю тебе долю, чтобы самому иметь дело с субъектом, который ворует алмазы. Мне нужен посредник. Перестань ты. Ну ладно, я вижу толку от тебя. Говори, где найти якута? В воскресенье. Он будет в доме у Витлз. Как это у Витлза? У того самого, на которого ты собираешься донести? Плохо мне. Плохо, Паша. Плохо тебе, воды, да? Воды. Ты понимаешь, что если возьмут Витлза и якута, нам всем конец. Ты понимаешь? Да, нет, ты скажешь, ты понимаешь, что ты собираешься сделать? А? А? Извините, лекарство. Извините, лекарство. Паша, прошу тебя. Лекарство. Убить тебя мало, скотина. Лекарство его. Черт. Вот тебе. На. На, и давай поговорим спокойно. Что? Что ты даешь? Что? Это яд, смерть. Что? Там адонизит. 20 капель. Адонизит ему. Адонизит. Где здесь? А, вот. Так.
Я сейчас водички тебе налью. Так. На вот. Пей. Ну, пей. Знаете, Насонов, а ведь вы убили человека, который, может быть, впервые в жизни почувствовал себя гражданином. Вот, возьмите. Из-за этого грима вся путаница. Долго разбирались. Разобрались бы раньше, если бы вы не молчали. Знаете, сколько времени я потерял на розыске вашего дядюшки? Человека в очках, который приходил на работу к вам и требовал денег для содержания вашего мальчика.